Добрый день всем, уважаемые коллеги. Очень приятно собраться с духовиками, и так мало у нас осталось. В принципе, надеюсь, что в будущем появится больше, но, скажи, проблема с духовиками началась. Я не думаю, что я вам чем-то вас удивлю. Взял эту тему, поскольку из практики, ну, из моей практики, практика духовика-трубача. Самое главное для меня — это строй, штрих и фраза. То есть это первые пункты, которые должен, наверное, изучить каждый ученик из музыкальной школы, чтобы в будущем ему было легко играть в любом оркестре, неважно, это симфонический, эстрадный или обычный духовой. Да? Поэтому сегодня постараюсь не так долго показать некоторые моменты и потом в конце подытожить результат и показать то, что у нас получилось с этих трех пунктов. Ну, во-первых, каждый в оркестре покупает себе тюнер. Сейчас удобно, на телефоне есть. Ну, у каждого покажите. Раз, тебе есть тюнер, который настраивается. Ребята также настраиваются перед. Приходят заранее на оркестр, за 15-20 минут настраиваются, они готовы, разыгрываются и готовы уже к работе. Дальше. Начнем. Сегодня саксофон, а при болезни всех, как у нас всего лишь одна саксофонистка сегодня на данный момент, но надеюсь, что вы даете будет. Взяли вещь простенькую, вот саус. В конце мы отыграем одну и вторую вещь, взяли по кусочку, чтобы было понятно. Самое главное, начну с штрихов. Штрихи я самое главное даю ДДШ, мягкий язык, да, ДДШ, легато, марката, маркированные ноты, мартле и стаккато. То есть эти пять штрихов, которые в основном мы пользуемся в оркестре. Да, есть другие, но это основные, считаю, что основные штрихи, которые должен знать каждый ученик, выходя из музыкальной школы. Я имею в виду для музыкальной школы, не для нашего профессионального уровня, который, да, мы должны все штрихи знать и знать, как это играется. Так, пожалуйста. А потом и первую фразу мы сыграем пока без штрихов. Вот. Изначальное изучение определенной фразы, просто как есть голые ноты, как говорят музыканты, да, то есть без стихов, без ничего. И четыре. Поэтому вот так вот делаем. Попрошу сейчас трубачей, да, то есть
4 стаккато. Что такое оптимум? Коротко от принца, да? Сыграй, пожалуйста, ноту там до второй октавы. Три ноты. Восьмые. Три, четыре. Восьмые. Не четыре. Три, четыре. Да? Это восьмые. То есть коротко от принца, да? Попробуем вторую цифру. Да? Прямо второй так, вторую цифру. Там у вас как раз на пятый. Да? Электричный. Вместе с тобой. Три, четыре. Мягкое извлечение звука, без всякого полноценной ноты, не надо ни снимать, ни коротко принцип, то есть ровные ноты на слог, да. Да? Попробуем сыграть? Смотри. Никита, что так? Да? До. Три, четыре. Многие играют восьмую строчку из шестнадцатой, та-та-та-та-та, то есть это нужно убрать, особенно в этой вещи, она звуковая, она должна вести тему без всяких пауз. Ботин задает, откройте. Еще одна композиция, Ботин задает, где используется очень много штрихов. Здесь и стаккато, и марката, и легато, и матле. То есть вот одна из тех вещей, которая, ну, строится на одних штрихах. В основном одни штрихи, правда. Нет ни одной фразы, где не было, были бы просто одни ноты, не было никаких штрихов. Все произведение только на штрихах. Ну что, попробуем? Да? В один. Лера, сыграем. Прямо сначала. Бэкин задайте. Да, штрих. Уже с штрихами. Раз, два, три, четыре.
дело марката или нет? Не очень. Согласен, да, со мной? Давай еще раз, это четвертый так, без перноты. Три, четыре, раз. Или что-нибудь, да? Три, четыре, раз. Да, да, вот теперь да. Только не отделяет них. Па-па-па-па-па. Ставь акценты, но не нужно и корпи. Это не мафлей. Еще раз. Три, четыре, раз. Не надо в конце укорачивать. У тебя посыграли один, был прошлый. Три, четыре, раз. Да, окей, договорились. Трубачи, у вас какой штрих здесь? Прямо вот начинается первая нота. Какой штрих? Мафлей. Что такое мафлей, Артур? И в конце затыкается. Акцентирует. В конце затыкается. Да? А, повторишь, сделаешь, ну то все. Давай, я знаю, что ты не любишь это, но давай. Как есть, так есть. Сделай акцент и в конце затми. Так. Да, почти. Тимур. У Тимура была проблема такая. Он акцентировал ногу и делал в конце затыкания двойное. Так. Так. Это очень большая проблема в начале, когда они не понимают, что вообще происходит и как затыкать правильно звук. Поэтому было такое, да, Тимур? Сделай что-то, доктор. Вот, слышали, да? Так, так. То есть он колебается и не знает, правильно, неправильно. А теперь правильно сделай, пожалуйста, убери. Убери палец, папа, не буду звук. Да, сейчас хорошо. Только акцент немножко больше поставь. Вот, вот теперь правильно. Услышишь, да, просто когда было, то есть это колебание, нам это нужно убрать, чтобы этого не было. Прямо начало, да? Вместе с тобой. Готовы? Раз, два, три, четыре. Да, вот это, то есть мотлей. Второй этап, идем дальше. Второй этап. Дальше второй этап, что идет, Давид? Идет марката. Первая нота, какая? Марката, вторая? Мотлей. То есть марката, мотлей. Та-да, да? Второй этап. Три, четыре. Три, четыре. Только все вместе. У вас получается нет ансамбля еще. Делайте, чтобы одна. Три, четыре. Акцент больше делать. Три, четыре. Вот теперь правильно. Вот теперь правильно. Дальше, третий этап. Богдан, третий этап. Какие у нас там, ну, то есть штрих какой? Марката. И одной половинки, и второй, да? Показываем третий этап. Марката. Одно, ну что это марката? В конце нужно филировать зуб, да? То есть пам! Далее. Чуть-чуть буквально нужно убрать. Не сильно, но чуть-чуть его нужно отфилировать. Еще раз, третий этап. Три, четыре. Да, только в конце промоем. Я ставлю хвост, а мафлей, оно затыкается. Так. Так, третий этап, еще раз. Три, четыре. Не совсем акцент, не совсем марката звучит. Поставьте марката на эти двух половин. Три, четыре. Вот теперь хорошо. Вот теперь прямо хорошо. Так, окей. Давайте попробуем форсаус. Да? Сыграть сначала до конца. Пройдем по тому материалу, что мы показали по всем этим штрихам. Прямо сначала до конца, к чему готовим.
которые, допустим, раньше было, что они присели, мы стараемся, чтобы это было с движением, чтобы не было как просто на обычном концерте. То есть мы любое выступление делаем, чтобы это было как маленькое шоу. Просто поэтому... не мешало. Не понял. Чтобы не мешало. Ну вот, я только об этом хотел сказать, что вот он сел, не успел еще очнуться, уже он пощелкал. Скажу, так, группа, но это так. То есть пропустил эту фразу, да, и не сыграл, ну, в рту. Ну, такое тоже бывает, но на это я уже немножко как бы закрываю глаза, поскольку он играет эту фразу, это было просто из-за того, что ему помешало это движение. Но это уже другое, это не та тема. Еще одна пьеса мы сделали, как бы преддверие Нового года, да, все-таки был Новый год, мы готовились, и были выступления. Вот в этой вещи, которую мы сейчас покажем, Jingle Bells, всеми, всеми вами известная тема, тоже очень много штрихов. Там вроде не швыряет, да? Да-да-да-да-да-да. То есть такая вся тема простая. В этой аранжировке мы нашли очень интересную аранжировку в свинге. Вот здесь тоже показано очень много штрихов. И определенные фразы, даже эта фраза, она развивается в одной группе, во второй группе, в третьей группе. То есть каждый инструмент играет свою фразу, но в общей массе это слушается очень... Вот скажу круто, очень хорошо. Джигулав. Штрих и фраза. Вот и все.